งไทยไอ้ไหลพัดผมน้องนางคงทำให้ทอมลุ่มหลงไอ้เลิฟพัดผมไอ้รักเมืองไทยDa, Саша его угостил сигареткой, он сразу оценил, говорит, а откуда она? Саша говорит, это американская, наверное. Он говорит, классно, говорит, дай мне пачку целую. Он говорит, у меня нет, у меня в отеле. Говорит, тогда я песню спою. И вот поют песни нам. ต่อแต่นี้จะมีชนชาติไหนมาด้อมมองมองเมืองไทยวัดวารามวัดยิ่งใหญ่แห่งผู้ไรอ่ะฮอลิเดย์He want holiday, yeah. Holiday. Он хочет выходные. Tomorrow. Everybody need holiday. Let me go tomorrow, boss. Tomorrow we are resting. I pick you up, Mr. My boss. Madame Salib in the hotel. Он подговаривает Саши, он ему карточку подсунул девочек голых. И он говорит, что когда я усну, я, говорит, за тобой заеду. Такой деловой. Вообще меня даже нет. Я вам не мешаю, парни? А Саша мне сам показал. Он говорит, представляешь, говорит, ты сидишь вперед, смотришь, а он мне карточку туда показывает. Before Madam Younger, Madam is a very, very beautiful lady. Он нам предлагал на сафари-парк. Я теперь с ним не хочу, с таким интриганом. Четыре минуты осталось. Бангкок Сити Лайбрери. Городская библиотека. Сейчас 5:45. Может, закрыто? Что-то я не вижу, чтобы люди в библиотеке тусили. Нет, там кого-то вижу одного. Еще одного, два человека. Что-то мне вообще показалось, он под чем-то. Странный товарищ такой. Вообще. I think, папа, he used something. He used something. Maybe I don't know, maybe tablet or something. He very непонятный. No, he's very smart. He touched my leg one, two times. And then show me the photo of women, you know? Ah. They do all kinds of dirty business. If you say you want drugs, he will bring you, you know? Понятно. Everything they do it. I want little Fanta. Лучше закручивающийся. Это like this, not glass. Да. А куда мы пришли-то? Is it far from our... place? No, only 10 minutes walking. Same street where our massage, да? This is our massage, and then we go right where the temple will close when we reach. Да, да. They close, better we go from outside. Массаж вот здесь, на улице. Но мне сейчас больше всего тот наш салон понравился. Ой. Я вообще испугалась за этого дяденьку. У вас, говорит, слишком много денег такой. Мы такие, нет, у нас денег, все кончились. He tell you have too much money. I thought he will kill us. Я что-то испугалась, думаю, сейчас он нас пырнет ножом. Ну, странный какой-то. Говорит, да нет у нас никаких денег. Как в печке-лавочке, да? Вот. На билет туда наскребли, а назад не знаем, как поедем. О, боже. Это вам.
My shoes all day I'm wearing. I asked this Asian girl. Because all Asian different price. Что? Мне уже кажется, что все агенты тут вообще разводят нас как лопухов. Ну вот это вот из такого как раз сшито мое розовое платьишко. Ну, это как бы дупаты. Я сегодня как раз думала, я одену розовое платьишко это на башню-то. Пойдем на башню, да? I told you all Asian different. Uh-huh. Our hotel, they say 1,200 for temple. Uh-huh. She said 950, including lunch. Ah. But we start 7. Ага. And come back around tomorrow, да? We can do it. How much? 180. 180. Ага, tomorrow, да? Tomorrow? Давай. Tomorrow or after tomorrow? Better tomorrow. Хорошо, давай. Before going, we don't want to be tired. Сейчас еще какой-то тур купит. Везде, говорит, разные цены. У нас дороже в нашем отеле. Я не знаю, куда мы поедем. В общем, куда поедем, везде хорошо. Я ничего не видела, поэтому с чего-то начинать надо. Вот такие слоники. Так, 180, да? А я за 200 купила уже готовую сшитую. Или за 300. 180 она мне этот шарфик предложила. Я пока еще не ориентируюсь. Мне же надо по индийским ценам ориентироваться. Это на 2,5 надо умножать, да? И вот из таких же детские платьишки сшиты. Что Марина это? Лайк. А, Марине понравится. Скутер. I don't need Google, my wife knows everything. Там написано, мне не надо Google, моя жена знает все. Папа, take I make photo, you look like little bit up. Молодец. И у него не будет проблем, у этого умного человека, которому не нужен Google. Да ничего тут такого пока что. У тебя и так, папа, много всего. Косички. Мне кажется, парню заплетает косички-то. Она мне показалась, это парень. Нету мяса, но нету яиц. А вот из this? Блин. Соя? Соя. Что это? Кому-то делает вегетарианское тофу.
I am vegetarian. А это, смотри, какой breakfast. Нормально? Drag. Drag. Breakfast. Завтрак, говорит. Вот в этом индийском ресторане он ел. Very tasty. Очень будет вкусно. Ну, я не знаю, приехать на 10 дней или даже 9. И есть в индийском ресторане. Ничего себе, какие. Ой, боже, опять крокодильчик. Да. У девчонки прическа такая. Половина розовая, половина черная. Все едят вечер. Или едят, или шопятся. Наш райончик. Мы вернулись. This papa not lychee, this rambutan. Yeah, that's all rambutan. Yeah. Рамбутан называется. Yeah. Он не личи, он рамбутан. Yeah. One here, small one then, smaller than. Наш немецкий друг уже, наверное, уехал. Мы его больше не встречаем. Okay. Thank you. Pay tomorrow or now? Tomorrow, хорошо, ага, в 4 вечера. 2,5 килограмма. Огромный мешок. Сдали 30 бат, 1 килограмм. В общем, на 75 бат, на $2, наверное, да, нам постирают этот мешок. Круто. Что они продают за 35? Something selling. Да, да. Он сзади вон стоит и не гудит. Ждет и не гудит. А чего сейчас ей дадут? Давайте посмотрим. Что-то много дали. Еду какую-то. Food, food, something food they gave. $35.
что-то продает на маленьком скутере. И столько у нее товаров. И нарядная такая, белый воротничок, белые кроссовочки, белые даже перчаточки. Некогда продавать, болтать надо. А нет, она, наверное, им как раз и продает вот это. Какой-то ужин небольшой. Уже что-то расформировано в пакетиках. Нравится мне их эта идея, не заморачиваться, не бежать домой. Поели уличной еды. И отлично. Ох, вот теперь можно и поспать. Ну все, друзья. Не, я так могу. Садись, говорит. Я его на папу обопрусь. Нау. We have plan or a home? We go home. Пошли домой. Все, друзья, мы пошли домой. Вечер был прекрасный. Всех обнимаю, всех люблю. Всем добра, здоровья, процветания, радости, гармонии. Мир вашему дому. Малышку массирует. Берегите себя, берегите друг друга. И радуйте себя побольше. Господи, какое это счастье. Вот это вот маленькое удовольствие, маленькая радость жизни. Массажик. Still working, washing. Невероятно, уже 9 час. Они все еще работают и раздают белье постиранное. Молодцы какие. А народ отдыхает, гуляет, ужинает. Все нормально. Все как у всех, да. Long day.